Средний доход жителей Чувашии в прошлом году составил 13 047 рублей. При этом денежные доходы населения превысили расходы на 1%. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на Чувашстат. По предварительным данным статистиков, номинальные денежные доходы в январе-декабре выросли по сравнению с прошлым годом на 11,3% и составили более 200 миллиардов рублей. Тратили жители республики их в основном на покупку товаров, оплату услуг. Это свыше 75% всех денежных доходов. В январе-ноябре прошлого года средняя номинальная зарплата составила 16 719 рублей. Самые высокие зарплаты получали научные исследователи и разработчики, финансисты, специалисты по производству электронного и оптического оборудования. Самые низкие, впрочем, как всегда, у работников текстильной и швейной промышленности, сельского и лесного хозяйства.